Сьогодні ми поговоримо про творчість у буденному житті. І, як відомо, якщо особистість творча, вона творча в усьому. Отож, приєднуйтесь до розмови. У нас сьогодні в гостях Дмитро Сідро, звукорежисер, телеведучий, мюзикмейкер. Вітаємо вас у нашій студії. Здравствуйте. Одразу запитання, з чого почалося ваше захоплення музикою? Ну, это непростой вопрос. Наверное, еще с детства. У меня отец был меломан. Он любил вот западную музыку. Тогда она была современная. Это рок-музыка. Deep Purple, там, вот Rainbow. И ну, на этой вот музыке я, в общем-то, и рос. И когда там мне уже стало лет 14-15, я впервые тоже взял гитару там в руки. И понял, наверное, что это мое, и я буду этим заниматься. Хотя был потом период, когда ну, я это забросил. Ну, такое время было, наверное, перестроечное там, и Украина стала независимой. Тогда все люди, по-моему, занимались чем-то другим, а не тем, что им хочется. Но со временем я к этому вернулся, и уже лет так с 28, с 29 я снова начал плотно этим заниматься. Ну, и такой стаж уже получается лет 7 я плотно этим занимаюсь, да. В родине никто не захоплялся музыкой? Вы первый? Нет, никого нет. Я какой-то такой неправильный получился. Как сприйняли, до речи, ваше захоплення в родине? Ну, сначала меня особо не подбадривали, потому что ну, не видели, может быть, перспективы никакой. Ну, а сейчас вроде нормально. Да, вроде хорошо теперь уже, да. В каком стиле працюєте зараз, то с якого, в принципе, починали? Ну, все начиналось с рок-музыки, естественно. Это ну, классический там набор инструментов. А сейчас я работаю с самой разной музыкой, потому что хочется в разных как-то сферах себя проявить. И поэтому я за все берусь, в принципе. Кем вы мріяли стати в дитинстві? Адже ви ж кажете, що цю професію ви вже сприйняли у 27-28 років. Ой, у меня очень много было увлечений. Я и археологом хотел быть в школе, когда учился, и писателем, и космонавтом тоже у меня такая была мечта. Не знаю, сейчас вроде есть. Вот космонавтом же не хочете быть? Не, почему? Я с удовольствием. Если у меня там найдутся деньги на билет, то сейчас есть коммерческие туры, я с удовольствием бы слетал бы в космос. Вот, ну и в поиске я находился, конечно же. И так получилось, что я и работал экспедитором, возил там всякую промышленную продукцию. И работал в маслоцехе, я там давил масло, там обычным рабочим был. А как-то, я не знаю, так сложилось, то ли мне повезло, то ли такое было желание. Я попал на радио, когда-то была «Де Вероника ФМ» вот у нас на Хмельницком шоссе. Я попал туда обычным инженером эфира, это было в 2002 году. Вот, и оттуда я начал уже как бы понемножку возвращаться вот к музыке, к радио, к телевидению. И тогда я уже понял, что вот это та тема, которой я хочу заниматься. И, в общем-то, ну, пришлось, правда, потратить время некоторое для того, чтобы определиться. Ну, я не жалею, что так получилось. Як кажуть, що все, що не робиться, все на краще. Безусловно. На чим працюєте зараз? Ну, много проектов на самом деле. Если говорить о музыке, то самый последний проект, который был реализован, это было сотрудничество с Александром Очередным, нашим дизайнером винницким, на весенних показах моды. Я подбирал для него музыкальное оформление и специально для него написал еще дорожку, которая была включена в этот показ. Кроме этого, я занимаюсь еще таким сотрудничеством с, ну, пытаюсь это делать, с винницкими поэтами. Сейчас у меня уже закончен релиз с Юлией Светловой, она, наверное, была здесь у вас в гостях. И я работаю еще с такой поэтессой, как Вера Ваганова. Это уже сейчас уже подходит к завершению этот релиз. Что это такое? Это стихотворение, под них просто вот делается музыка, там, ну, соответственно, настроению этого стихотворения. Там оригинальная начитка, оригинальный голос поэтессы, вот, ну и моя музыка.
Что касается конкретно, ну, это все эксперименты, да, скажем так. А что касается конкретно музыки, то я сейчас постоянно работаю с проектом «Рапира». Вы, наверное, знаете эту певицу. И, ну, и мы пытаемся делать, вот, записывать музыку. Я делаю для нее там песни, и, а она придумывает тексты на это. Такое вот у нас творчество. Давайте поговоримо про ваш проект із поетами. Приміром, от нещодавно відбулася презентація книжки Юлії Світлової, і де всі могли бачити вашу спільну роботу. Як відбувалася співпраця та чи довго ви до цього йшли? Нельзя сказати, що ми довго к этому йшли. Ми з Юлією достатньо давно знайомі. Я знаком з її творчеством, скажімо так. Ну и в каком-то буквально разговоре мы там с ней встретились, пили кофе, и как-то у нас родилось такое вот, я предложил ей пойти в студию, чтобы Юля записала свои стихи, начитала их в микрофон, а я предложил, что я сделаю какое-то вот музыкальное какое-то оформление. Тогда даже не предполагалось, что это будет, скажем, авторская музыка, оригинальная. Ну просто, как бы, да, такое. Такой эксперимент, который предполагал просто нечто большее, чем простая инсталляция, да, там, стихотворная. Вот. Ну и в итоге получилось, что была создана музыка оригинальная, и появился такой релиз из 5 треков. Юля начитала свои стихотворения, и где-то год мы вот это вот как-то и так вот ковыряли, и с этой стороны смотрели. Все ж таки, часа прошло чимало. Да. Ну и в итоге на презентации, когда Юля уже подготовила книгу, мы могли уже показать эти готовые дорожки. Вот, и, ну, и это все сложилось уже в готовый релиз, он есть в интернете, и называется «Отражение». Вы залишились задоволены співпрацей? Да, это отличный опыт, и я думаю, что, возможно, в дальнейшем мы повторим, ну, может, как-то еще по-другому. Ну, посмотрим, пока вот... готов этот релиз, а дальше Юля сейчас уехала, ее просто нет в городе, она вернется только осенью. Ну, тогда, наверное, мы, возможно, вернемся к этому разговору. Я знаю, что вы не лише співпрацюєте із відомим поетом у нашому місті, але й сам є поетом. Як давно почали писати вірші та що вас надихає? Ну, наверное, сказать, что я поет, может быть, нельзя, но ну да, я увлекаюсь этим, и это, ну, в школе еще, да, мне было, наверное, лет 12 или 13, когда я вот начал думать, что я пишу серьезные стихотворения. Тоді всем здається, це так серйозно, и все начинают трошки спробувати писати. Да, ну, тем более, что мы же, вот у нас была группа, мы играли музыку, естественно, должны были быть какие-то песни, какие-то тексты. Вот. И первые стихотворения тогда еще были написаны. Но сейчас они, конечно, кажутся немножко такими, скажем, не очень серьезными, что ли. Но хотя, на тот час вважалося все серьезно. Естественно. Тогда это все было серьезно, это все было очень круто. Вот. Ну, в принципе, и сейчас, если читать, то можно там найти какое-то зерно. Там есть какие-то рассуждения такие интересные. Какая-то даже, может быть, не знаю, глубина даже есть. Ну, интересно к этому вернуться иногда бывает. Хотя широкой публике это, конечно же, показывать, наверное, не стоит. Ну и так в течение ну, всей последующей жизни. Понемножку, да, ну, нельзя сказать, что я сажусь там специально и начинаю там писать стихотворение. Когда есть вдохновение, я это делаю. Ну, иногда получается что-то интересное. Я хотела бы вас попросить на широкий загал зачитать свои вірші, чтобы все глядачі могли зрозуміти, что же вы пишете и в каком стиле. Вот самое последнее, я написал его, наверное, может быть, ну, месяц назад, где-то так. Она называется «Я рассказала тебе, птица». Я рассказала тебе, птица, и они разлетелись по свету, по всем известным столицам сообщить, что приходит лето. Я рассказала тебе морю, и оно разошлось волнами тех чудесных людских историй,
что случались когда-то с нами. Я рассказал о тебе небу, и оно своей глубиною то бросало в лицо снегом, то пропитывалось тобою. Я рассказал о тебе миру, и наполненный этой вестью, от Ісландії до Пальміри он сложив о любви пісню. Дуже гарний вірш. Я так розумію, що вас надихнула весна, а також літо, тому що такі повітряні мотиви. Це, знаєте, якийсь такий образ, дуже общий. Сложно, наверное, это объяснить как-то вот в двух словах. Да, конечно, весна тоже играет очень большую роль, потому что это и новая жизнь, и новый воздух, ну и новые впечатления, естественно. Еще один, я знаю, вы подготовили вірш, чи можем зараз его почути? Да, сейчас, минуточку. Он называется, ну он тоже такой романтический. Из-за каких обставин він був написаний? А это больше вот мне как-то вот приснились какие-то такие картины. Да, бывает и такое. Вот, я под вдохновением того, что мне приснилось, вот сложились такие строчки. Он называется «Крыла». Угу. Ну, крылья, ну, как бы такой вариант. Где-то плачет лесная сойка, и ручьи шелестят в траве. Не спеши уходить, постой-ка, быть вдвоем нам с тобой внове. Небо полное звезд далеких, переливы степных дождей, убаюкали нас одиноких, повидавших виды людей. Хороводные летние песни, блики жарких ночных костров. Нас сближали без всякой спеси, целовали без лишних слов. Уходящая ночь рассветом разлучит, отступает мгла. Ты спасла меня, ярким светом полыхают твои крыла. Дуже гарний ще один вірш. Одразу виникає запитання, чи не планується і у вас збірка з такою ж презентацією? Чесно говоря, я не задумувався об этом серйозно. Стихотворений много вже на самом деле, но я, ну, пока нет такой цели, может быть. Может быть, в будущем. Пока музыка, я туда погружен. Де ваші вірші можна побачити або прочитати, або все ж таки десь ви публікуєте їх? Да, на Фейсбуке у себя на странице, вот все, что новое появляется, я обязательно туда выкладываю. Ну, есть еще ВКонтакте, есть паблик. Можно просто найти Дмитрий Сидоров. И почитать ваше творчество, да, познакомиться. Там и музыка есть, пожалуйста. Все, что я делаю, там как-то отражается вот, на Фейсбуке и ВКонтакте обязательно. Ну, персональной страницы нет, сайта нет, как бы. Що вас надихає на написання музики? Про вірші ми вже зрозуміли, а музики, що ж вас надихає? Ну, це вже більше потребність. Нельзя сказати, що це якесь там прям вдохновення. У мене ежедневне заняття з гітарою. Это обязательно я посвящаю там час или полтора времени, два-три, ну, сколько получается. Я обязательно занимаюсь на гитаре. Ну и в процессе этого, естественно, возникают какие-то мелодии, что-то складывается какая-то гармония. И из этого получается какая-то музыка. Ну, чаще всего она может быть меланхолическая такая немножко, иногда даже депрессивная. Вот. Но есть и какие-то веселые там, мотивы. Но это что касается конкретно моей музыки, а то, что происходит в сотрудничестве с кем-то, то, ну, это, знаете, как получить заказ там, на написание какого-то портрета. То есть, в принципе, ты, ну, имеешь какие-то отправные точки и с ними уже там работаешь. Хорошо то, что мне позволяют выразить какое-то свое видение. Да, вот есть структура, а я там уже ее оформляю так, как мне нравится. Ну и слава Богу, это всем подходит, все вроде бы довольны. Це є творча робота. Да, конечно, это очень интересный вообще процесс. И иногда он занимает много времени достаточно. Я могу несколько месяцев вот над одной дорожкой работать, что-то переписать в последний момент. Ну, у меня дома есть небольшая студия, я там вожусь, конечно, очень много. Проводите весь вільний час? Ну, практически, да. Расскажи, будь ласка, про вашу співпрацю із гуртом TIK. Ну, это уже довольно такая история древняя. Это было в 2008 году. Так получилось, что группа TIK на тот момент искала концертного звукорежиссера.
я пришел к ним в гости, ну и как-то так сложилось, что я прошел этот кастинг и 4 месяца вместе с ними отъездил всеукраинский тур. Он назывался «Байки про оленев». Мы объездили, по-моему, 29 городов Украины. И финал – это были Таврийские игры, 10-е. Это, конечно, впечатления очень яркие, потому что такие, ну, такого масштаба фестивалей на Украине с тех пор, по-моему, не проводилось. Огромная сцена, очень много выступающих. Звездный состав большой, очень много крутой техники, которую я видел там впервые, честно признаюсь. Очень много звука, огромнейшая сцена, несколько ярусов. Ну, в общем, я не знаю, с чем это можно было сравнить. Вот это, наверное, были ощущения полета в космос, потому что я себя ощущал как на космодроме каком-то. Вражения захоплюйте. Да, я запомнил это на всю жизнь. К сожалению, нет каких-то вот оттуда качественных фотографий не осталось. Ну, то, что там телефоном я успел нащелкать, оно там есть, конечно. Вот. Но это так, буквально вспомнить, как и что. Было страшно, честно скажу. И ты понимаешь, что, в общем-то, от тебя в какой-то мере зависит выступление группы. Это очень большая ответственность. Ну и да, это страшно. Я думаю, что вы справились с этой задачей. Ну, пожалуй, да. Ну, мне так кажется. Ну, а дальше я работал тоже в этом, ну, это был такой толчок, я в этой сфере продолжил работу. И сейчас я подписываюсь под какие-то мероприятия, концертная звукорежиссура, если что-то происходит, такое, может быть, там, не знаю, серьезное или грандиозное, то меня бывают приглашают на вот такие вот вещи. Вот во всяком случае, вот в 2010 году к нам приезжала Даха Браха, был совместный концерт с группой Мартови вот в театре Садовского нашего, и я обеспечивал этот концерт. И опять же, в театре Садовского первый приезд Андруховича и Карбида, такой вот был тоже концерт. Тобто ви після співпраці з Тіком почали співпрацювати вже в цьому напрямку? Да, это был грандіозніший опыт, который, в общем-то, я решил применять дальше. Ну и в этом плане я постоянно еще работаю с проектом «Рапіра», я являюсь там концертным звукорежиссером. С кем бы вы хотели бы поспівпрацювати? Чи є у вас така мрія? Я бы хотел продолжать вот с «Рапірою» работать. Это очень многообещающий проект, на мой взгляд, и я думаю, что он выстрелит. Это будет всеукраинский масштаб, и может быть даже и больше. Вот. А так вообще я бы с удовольствием побывал бы в Нью-Йорке на каких-то там звукозаписывающих студиях, посмотрел бы, как люди там работают. Мне интересно было бы посмотреть живые какие-то выступления, какие-то большие концерты. Но пока такой возможности нет. Ну, может быть, в будущем, я думаю, что... А, я вспомнил, кто на Украине. «Пианобой». Это тоже новый проект, наш Дмитрий Шуров, наш земляк. Вот. Было бы здорово, да. Поспівпрацювати навіть? Да, вот именно с ним. Очень интересная музыка, очень перспективный, опять же, на мой взгляд, проект. Вот. И я бы с удовольствием там подключился бы где-нибудь, каким-нибудь образом. Какие у вас планы на найближчі майбутнє? Ну, в планах сейчас самое ближайшее – это закончить релиз с Верой Вагановой, закончить свой релиз, потому что у меня тоже там есть, как бы, закончились свои, ну, не закончились, а подходит к концу работа над моим собственным релизом. Он тоже будет выложен в интернете, в принципе, в свободный доступ, можно будет познакомиться. Вот. Я планирую осенью, опять же, вот на осень у меня в планах снова сотрудничать с Александром Очередным, ну и вообще с Натальей Фурмановой, как с агентством, которое обеспечивает осенние дни моды Винницы. Ну и, может быть, продолжать это делать постоянно. Вот. Может быть, поездка за границу, но это уже что касается отпуска. Наверное, в Европу куда-нибудь хочется поехать. Ну и какие-то проекты, я не знаю, все, я хватаюсь, в общем-то, за все, что мне подворачивается интересное. Все, что будет, я все буду делать, мне все интересно, я больше настроен на развитие какое-то. Ну, как-то вот так. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Ми бажаємо успіху вам у ваших проєктах.
І я нагадаю всім глядачам, що у нас в гостях був Дмитро Сідоров, звукорежисер, телеведучий і м'юзикмейкер.